Нахера, ну что, готовы топ брать? Топ 90 там. Да легко, брат. Пойдем на изи сейчас войдем. Алло. Алло. А, чё, алло? Но. Ой, чё, на стартер с микро. Кстати, да, напиши. А чё, мы его слышим, главное, а у нас нет, прикинь. У меня либо на... А, я... Сука. Чат. А что, он наушники снял? Не-не-не, смотрите, я сейчас показываю, короче, своим. У меня на наушниках регулятор громкости. Сука, я его потихоньку убавляю, потому что вы орете. И вдруг звук выключился. Сложно. Технику. И я такой, ну реально, вот у меня это можно заклипить, у меня такая степень отупения на лице. И я нихера не понимаю, типа звука нет, я такой смотрю по сторонам, типа стрим идет. Чё происходит? Дегенерат, ну. Ой, простите, простите. Я буду выключать микрофон, когда буду кашлять. А у тебя не стоит хоткей на это дело? Стоит, господи, у меня стоит еще, когда у тебя ничего не стояло. Хоткей, точнее, я хотела сказать. Да, да. А прозвучало что-то. Прозвучало как обычно. Сука. Я просто не поняла, почему она упала, приземлялась животом просто на землю сразу. А что кнопку? Беременная. По-моему, я не живу. Она тоже беременна. Я вообще не помню управление, стою, тычу в дверь, нажимаю Е, типа, не понимаю, что он не открывается. Я тут у чувака, короче, все патроны на дробовик забрал. А он забрал дробовик. И забери типа... Забери дробовик. Ну, этот... А вдруг у него патроны есть? Мне страшно, я пошел топиться. А он бежит, меня ищет лошара. Да, особенно без звука из игры. Мне хочется мои патроны свои просто выпустить в воздух. Вопрос из чата. Почему молния не бьет в людей на чистом поле? Отвечает Григорий Джек Шепард. Потому что я конченый! Конец. В этой истории ты молния или человек? Или Джек Шепард? Я человек. Я поле! В физическом режиме. Заряж. Макава. Что вы такой, да заткнитесь уже все, дайте сосредоточиться. Бежит, бежит! Сюда! Сзади! О, вот он! Хорош! И на лицо сядь! Второй лицо идет, сядь. Второй! Чё? Покажи ему! Второго потом бьешь! Да у него нет шансов, Тёма! Но у него перезаряд сейчас будет! Я тебе говорю, я считал патроны! Молодец! Я тебе говорю! Он до этого выстрелил 6, потом еще 7. Сейчас парочку. Эй, его шанс. О, сука. И тому тоже на лицо сядь, и потом уходи, как вот славный воин. Типа вот так он, да? Да, да, да. За всех, за нас. Ты такой сосредоточенный. Ну, походу, привет. А, у меня была автушная, и я потом кинул новую. Понятно. Едем, едем, едем! Жми, ёкарный бабай! Жми, ёкарный бабай! Ты что, гранату кинул? Блин, я утонул! Ну как это вообще? Как это? Ясно. Какая вероятность, что будут стрелять по мне? Сердце мое одиноко. Не пробовал деньги зарабатывать этим? А я не знал. Мне деньги платили люди, чтобы я не пел. А я не знал. Значит, пробовал. Значит, хорошо, зарабатывать можно. Прицел на ствол, если, конечно же, что они мне дадут. Черт возьмем. Они там стволы друг другу суют. Ездит со звуком! Я без звука еду, кстати. Без звука игры, пау, если пау, что, слышишь. Тёма настолько брутален, что едет, короче, и в руках держит рожок от автомата. Серьезно? Да-да-да. А мы поедем до конца бензина или как? Да просто давай плыть и всё. Едем по чекпоинтам. У меня X4, но он что-то не улазит, походу. Баги, баги прямо на нас едет. Да еб... Вижу. Сука. А он тебя сбил, да? Да, да, прям убейте его, пожалуйста. Типа... Я не живу, да, но заебись. Ну, просто вообще вот на рандоме. И музыка. Поехали. По
туда, ставьте метку. Зону? Это было продумано, видите, на теперь красную? На всех хватает места. Там стреляют нас оттуда, Таня, иди в другую сторону совершенно. Я пыталась раздавить их, начинается. Ой, повыскакивали, даже не попали ни разу в нас. Даша, не бывась. У них автоматы, у тебя пистолет. И шо мне теперь делать? Блин, а тут сидит полторы минуты. Боже, по-моему. Это надо заскринить этот, как все сидят в кустах. Тачки нет, ну бля, это скучно, полторы минуты. Там сидит. Какие-то два дурака за пределами зоны погибли. Там мы. Давайте, знаете как? Осколочной гранатой. Давайте я подойду через... через... Полторы минуты. Через секунд 30, вот. Ты успеешь, давай. Впереди машина. На 300. На 300. Но она не к нам едет. А тут 4 человека сидит, вообще не заметил, дурак. Блин, тут мошки летают. Где? Ну вот, в игре. Да? Тут он ты не слышишь? Меня нет. Я даже вижу это. Ты там, может, присела где-нибудь? Там может. В лепёху. Скорее всего. Артур, куда пошёл? Секунд, если что. Уже минута прошла. Ну да. А что там за донат, все что-то ржут. Вот. А что творится? Слушай, что у тебя там за донат был, что-то чат ржет? Алкаш, этот, алкаш-педофил пишет, я нашел тебя, гаденыш. Хорошо. Такой тайм, да, кстати, ушел. Ну да. Поэтому, может, он и ушел. Че такое? Бади-то справа. Ага. Ставь, короче, метку сразу во вторую зону уже там. Ух ты, ебать, тут! Сука, где мы? Мы на... А, не, поехали, поехали. Такой же придурок, походу. Господи, боже мой, что за дичь. Если у кого-то дроп, обновите. Помогает, он пишет. Лол. Это что было? Машина спереди. А, нет, это не машина. Ааа, прощай. Да ё-моё. Можно я вперёд? Наташа, куда ты? Я убью сейчас. По мне стреляй. По мне стреляй. Да, опа. Нихера себе. Как это? Минус 3. Это читак был. Вот это стопудовый читак был. Пожаловаться. Он один, троих положил. Серьезно, это пожаловаться, да. Использование читов. А мы были с полным... Я не первый раз вижу. Он один и подбегает. Да. Это стопудовый читак. Я первый раз его увидел, кстати. Вы видели, как он за одну секунду убил троих? Да, да, да. Да, за одну секунду, реально. Ей, ну, начнем так с того, что я шла умирать с пистолетом. Не-не-не, он просто, ну, так нереально это играет. Он в тебя в последнюю очередь выстрелил. Он сначала убил меня, потом Артема сразу же... За секунду, понимаешь, сообразил. Сука. Это первый раз, кого на кого пожаловался в этой игре. Я тоже. Не, ну это явный чит. Потому что это невозможно было сделать, серьезно. Только, ладно, если бы у нас хп было мало, еще может быть. Так у нас у всех было полное хп. В чате спрашивают, уже читеры есть в игре? Вот так прыгнул. Вон там еще одна багги и мотоцикл. Да, можете вообще все сесть каждый день. Ехать кому как нравится. Угу. На зеленую метку едем, короче. Бля, единственное дерево в поле. В поле, господи. Это оно сцепилось как-то, слиплось. Внезапно, ну, слева от нас тоже враги. Да твою мать. Они вот за этим холмом, Артур. Я знаю. Прям на нем там, похоже. Сука, где он? Воу! Фига, у тебя просто один хп! Я знаю. Быстрее, чувак. Можешь нибудь отойти? Офигеть! Да. Артур просто наступил на чувака! Делал. Приехали. Тёма, у тебя жизни столько, что столько не живут, знаешь? Я тебя выкинула в ну, я не знаю, в принципе, ладно.
Но с самого начала все это было. Вот.